Снова мы на Алайском базаре. Вот уже с утра все сидят, кушают, и вот хлеб пекут прям с печи. Салам алейкум. С печи, все готово, все уже можно есть. Главное, чтобы аппетит был, да? А здесь не может быть, чтобы не было аппетита. Вот, ну ладно, пока на рынок сходим, посмотрим, что там. А там все то же самое. Вкусности, разности и так далее. Так, сейчас пройду немножко. Расскажу, что тут появилось новенькое. На самом деле, честно говоря, еще и хочу выпить срочно гранатовый сок, свежевыжатый. Ищу. Где-то здесь. И прочувствуйте атмосферу. Ну, ароматы, все остальное. Вот 9 утра в Ташкенте. Так, где же мой сок-то свежевыжатый? Тут был вчера, а теперь нет. А, вот он там. Черешня почем? 20. Ну, попробуй потом после этого, после сока. Специи тоже, да? Специи попробуй потом, спасибо. Давайте сейчас. Ну, сейчас я сок хочу попить. Кто там сейчас давит? Здравствуйте. Привет. Вы, да? Да, да. Сегодня. Сколько стоит? Я забыл. Сок свежевыжатый, гранатовый. Это 20, это 40 тысяч. Ну, мне за 20. Дайте за 20. Сегодня за 20, завтра за 40. Одну пока. Спасибо. Угу. Вот. Ага, да. Сейчас удовольствие буду получать.